Перегон мелкого и крупного рогатого скота в Дагестане успешно завершается. Об этом заявил на пресс-конференции первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона Шарип Шарипов. По его словам, на сегодняшний день уже перегнали почти 1,5 миллиона голов овец и коз, а также около 200 тысяч крупного рогатого скота. Процесс перегона сопровождается соответствующими ветеринарными мероприятиями. Затронули на пресс-конференции и вопрос перегрузки пастбищ. Шарип Шарипов подчеркнул, восстановление деградированных земель – это долгий и трудоемкий процесс. Министерство сельского хозяйства приняло все меры, чтобы все поголовье ушло с зимних пастбищ. Мы ставим это важным приоритетом. Пастбищам надо дать возможность восстановиться.